Вот это здание по улице Советской Армии 31А не зря пользуется популярностью. И не только потому, что здесь расположен универсал «Магнит». Вон, посмотрите, наверху надпись «Нуга Бест». Именно поэтому сюда каждое утро приходят десятки пенсионеров, да не только пенсионеров, и молодых людей в том числе. Так что же это такое «Нуга Бест»? С чего началась данная история? Я точно знаю, что сетевой маркетинг клинит мозги. К сожалению, эта процедура имеет место быть. Меня такой штукой с детства не зацепить, но когда я заходил в это здание по улице Советской Армии, то волей-неволей думал, что здесь что-то с сетевиками не того. Но не может же 40 человек валяться на кроватях. Теперь есть возможность разобраться в деталях. Итак, прочистив мозги, мы понимаем, что купить цептор можно, но в большинстве случаев не нужно. Отдельные перцы покупают пылесос до 100 тысяч рублей. Мой стоит 100 долларов, делает все то же. Тот, кого война не поубивала, продолжает в преддверии времени электро грезить ширпотребом за 2-3 мульта. А Нуга Бест в сказки не играет, а продает массажеры и нагреватели. Теперь поподробнее. Если это массажер, то это в действительности клевая кровать с многими функциями. Если это теплый матрас, то он того стоит. Я достаточно далек от глубоких исследований, но 5 минут в интернете достаточно, чтобы вам объяснить суть, а точнее даже цену. За что вы платите? Я полазил и скажу вам авторитетно. Даже в Китае массажную кровать дешевле 2000 долларов не купить. А это сделано и придумано в Корее. При этом это комплекс с подогревом и электрическими стимуляторами на основе турманиума. Кругляшочки такие, не просто камушки. Это смесь турмалина и германия, нагретая до 1300 градусов и обладающая весьма оригинальными характеристиками. К примеру, она проводит электрический ток и тепло. Все это вкупе с массажом и грамотной энергетикой приводит к стимулирующим и даже лечебным воздействиям. Ну а приходят сюда те, кто, проверив на практике, хочет абсолютно бесплатно проводить 30 минут в день в состоянии лечащего массажа. Те, кто пока не готов за сумму в 3000 долларов купить себе здоровье. Хотя те же самые деньги они вываливают за абсолютно невостребованную по функциям телевизионную панель. И я не буду дальше вам вентилировать мозги своими рассуждениями. Мы в трио споем свои ощущения. Меня, дилетанта, профессора стабильного вуза Магнитогорска и обыкновенного бухгалтера. Человек, который в спорте, наверное, всю жизнь. Вас трудно обвинить в пособничестве сетевому маркетингу. Нуга Бест, насколько реально эффективно? Честно? Честно. Значит, супруга меня пару месяцев назад привела, подсказала, да, никогда в жизни нигде не читал, ни по телевизору, да, не видел, да, что есть такая вот Нуга Бест, да, контора, которая медицинским оборудованием торгует. Пришел, послушал, лег на кроватку, 5 сеансов, и я забыл про боли в пояснице. За 5 сеансов. У меня межпозвоночная грыжа. Уже в поясничном отделе две грыжи. И уже даже Леонид Сак предлагал даже оперироваться. А тут за 5 сеансов у меня спина практически перестала болеть. Целый месяц я бросил все. Ходил сюда каждый день. Практически, да. Что произошло? Во-первых, давление упало на 20 единиц. Да, у меня было повышенное давление 160 на 100 примерно. Сейчас 135. Вот последние замеры 2 дня назад. 135 на 86. Вот, купил турманиевый вот браслет, турманиевый. Отдал 5000, не пожалел, говорит, давление регулируется очень хорошо. Убедился 100%. Да. В среднем, учитывая то, что возраст, во-первых, потом, ну, стрессы, нагрузки всевозможные, конечно, у меня были проблемы, связанные с желудком, да, со сном, там, с давлением, безусловно, до сердца. Что в результате произошло? Я пил в среднем 8 утром таблеток, 8 и 6 вечером. Суммарно где-то в месяц я платил от 4 до 4,5 тысяч рублей только на таблетки. Второй месяц и ни одной таблетки. Я вот не самый богатый человек, но и не самый бедный. Тем не менее, я привык делать достаточно дорогие покупки. То есть жене надо было купить дорогую норковую шубу, дорогое кольцо с бриллиантами. Вот, купить себе новый джип, естественно, новую аппаратуру. То есть мне не привыкать платить деньги с 6 нулями. В кредит, естественно. Поэтому для меня сумма в 90 или вот сегодня там 70 с небольшим тысяч рублей, это вообще не критично, честно.
Я вообще за то, чтобы вы с умом покупали вещи. Дело в том, что у меня был телефон Nokia 8800 за 1000 евро. Все проходили? Надо попробовать и это. Конструкцию Nuga Best. Так, она такая хитрая. Ну, чтобы вы поняли, да? Самая дорогая штука – это вот турманевая платформа. Она прогревает вас. Но чтобы вы еще дальше поняли, здесь еще и стоит массажер, который вашу спину на место ставит. То есть это не просто так. Ну что, говорят, вот так надо делать. Ёп. До конца. Сейчас из меня что-то сделают. Точно нормально? Что дальше делаем? Нажимаем подогрев пассажира. Опускаем ролл-вход. Ой, я теперь все понял. Это вот ручной проектор. Это для чего? Покрыть ухо, горло, нос, больное плечо. Так. Печеночку. Хорошо, нос тоже так же можно? Носик погреть. Ага. Кладется на голое тело, на мокрое. А я сейчас сделаю что такого сложного? Чтобы не было большого животика. А, хороший пресс. Такая вот стимуляция мышц. Я вообще очень люблю массаж. Я теперь все понял. Доехал. К сожалению, тот человек, который мне делал массаж, он уже на том свете. Его оттуда не вернуть. Ой. Да. А. Теперь я все понимаю. Повалялся так 24 минутки. Ой, как меня гнет-то все не по-детски. Спинка. Ай. Мышцы. Кошмар. В общем-то, это того стоит, поверьте мне. Хотя бы можно прийти сюда и на халяву поваляться те самые 24 минуты, ни копейки не заплатив. Массажер, он работает с позвоночником так, что организм омолаживается. Понимаете, происходит омолаживание организма на клеточном уровне. Тут не только вытяжка, тут очень много функций. Не только растяжка позвоночника. Здесь очень много функций. Я, например, на нем вылечила хронический бронхит. Там есть турманевый коврик. У меня хронический бронхит был всю жизнь. Я постоянно подкашливала. У меня, по-женски были проблемы. У меня со щитовидкой проблемы были. Я просто набрала вес 10 килограмм. Вот ни с того, ни с сего. Когда я стала лежать, у меня наладился обмен веществ, потому что высвободились окончания нужные, да, которые отвечают за щитовидку. И я за полтора месяца, эти 10 килограмм, они просто ушли. Я каждое утро встаю на весы, а вес уменьшается. Я не плаваю, не хожу, потому что я летом ходила, плавала. Сейчас я не хожу. Это вот буквально вот полтора месяца назад было. Я на 10 килограмм похудела. Потому что наладился обмен веществ. Это вообще замечательная вещь. Это домашний доктор. Это не только для меня. Это для моих детей и внуков. И мало того, я могу послужить и близким. Ко мне ходят друзья, соседи, подруги. Это замечательная вещь. Я месяц назад купил 2 турманевых коврика. Не коврика, а мата. Они еще 2 коврика подарили. Акция у них какая-то была. Один супруге, один себе. Сейчас каждый вечер ложусь спать. Значит, вначале погрею, пожестче температуру, потом 38-40 градусов делаю, сплю. Ну, ощущение, что помолодел лет на 10 примерно. Да. То есть в бассейн прихожу, плыть хочется быстрее, там что-то начинаю работать. Взял возле дома, вместо часа там 2-3 часа, потом за голову хватаюсь, смотрю, 4 часа прошло, а я без отдыха горбачусь. То есть эффект, конечно, колоссальный. Беда одна, я очень надеялся, что поможет быстро восстановить сон. Я потому что безобразно сплю, ну, все же из стресса. Знаешь, как мне говорят, выиграл стресс, проиграл стресс. Сегодня в Владивостоке, завтра в Калининграде игры, разъезды, все эти нарушения. Сон потерял я давно уже.
пока не помогает. Вот это единственная беда, с которой бы хотелось справиться как можно быстрее. Но говорят, что у вас, говорит, такая просто, говорит, такая сдвижка сумасшедшая в организме, говорит, нужно время просто. Я надеюсь, что со временем, конечно, ну, месяц-другой, может, даже полгода, все равно я сон восстановлю. Ну, и учитывая, что сейчас у них акция пошла, они сбросили 20 тысяч с кровати, ну, денег не хватает вроде, да, но пошел, друзей занял деньги, оплатил, думаю, в ближайшие неделю-другую мне привезут вот такую же кроватку. Ну, и на 100% уверен, что большинство болячек, которые у меня есть, мы победим с этой кроватью. Тут мы, конечно, долгое время можем обсуждать всякие различные там стоимости процессов. Я вам скажу, сколько стоит хороший массаж. Хороший массаж разовый стоит, ну, несколько тысяч рублей. Но так, чтобы одновременно мне прогревали ноги, массировали спину, прогревали ее, и при этом еще и тот самый пивной животик. Так, я вам так скажу, вот если ко всем специалистам в раз сходить, десяточку за один сеанс точно отдадите. Вот, а такая штука может у вас 30 лет дома работать, когда гарантийный срок работы очень большой. Я специально, ничего не получается. Вот то ощущение, что вот у меня на пузе творится, это просто потрясающая штука. Знаете, наверное, похожу тоже. Может быть, да. Может быть, я вернусь в то состояние души и тела, когда мне было 25 лет. Потому что вот здесь мне еще 18. Это все, по-моему, еще и от того, что мы просто не понимаем, что наш организм изнашивается. А изнашивается он прежде всего, потому что у нас есть главный спинномозговой центр, который находится именно в пояснице. Рано или поздно все крякнут. Но кто крякнет позже? Тот, кто намного быстрее лежит? Вы знаете, позвоночник – это, ну, его недаром называют, да, стержнем вообще всего организма, потому что это часы. Каждый позвонок, от каждого позвонка отходят нервные окончания, которые отвечают за деятельность всего организма. Здесь и кишечник, и шейный позвонок вообще отвечает за зрение, за слух, за все, что на голове находится. Поэтому… Вы знаете, и почему его называют домашним доктором? Потому что, когда происходит вытяжка позвоночника, причем щадящая растяжка позвоночника, высвобождаются вот эти зажатые окончания нервные. И они начинают работать уже в полный рост. Не как в зажатом состоянии, а как в высвобожденном на 100%. Представляете, у меня… Я могу даже свидетельствовать, что кроме протрузии, а это очень серьезно, согласитесь, да? Для женщины в 40 лет протрузия, ну это как крест, потому что даже врачи говорят, грыжа лучше, чем протрузия. Почему? Это потому что грыжу удалить можно, а с протрузией ничего не сделаете. На мне крест просто поставили. Но слава богу, что есть массажер, который поднял меня из этого состояния. И я сейчас лежу на нем постоянно, просто верю, что протрузии больше конец, никогда ее не будет. Мне после тестирующего массажа задали вопрос, а когда вы придете вновь? Я, как человек, привыкший делать дорогие покупки, возразил, да проще куплю, потому как самое дорогое – это время, которого нет. Сумма покупки не превышает, кстати, средств, которые вы в раз вваливаете за загранпутевку. Другой вопрос, а стоит? Ну, вы, в принципе, убедились, что да. Тот, кто проводит хотя бы час дома, может и здоровье поправить, и вес скинуть. Да и многое что. За деталями вы сюда придите. Вспомните мою инфу, ну не вспомнив, в интернете повторите, в ютюбе. Мозги включать, ведь штука-то несложная. Если честно, я сюда вот заходил, вы были еще на втором этаже. Тут рядышком ребята вот моделизмом занимаются, авиамоделизмом. Я смотрю, люди заходят. Дело в том, что меня приглашали в различные сетевые маркетинги. Вот я видел там людей с долларами в глазах. Они приходят зарабатывать деньги. Здесь люди зачем приходят? За презентациями, и самое главное, чтобы это оборудование они могли попробовать. Они это оборудование пробуют, видят на себе результат, а потом это оборудование уже покупают. Пробуют бесплатно? Пробуют бесплатно оборудование, да. Все презентации в нашем доме Ногобест, они все бесплатные. Я знаю, что сюда люди ходят уже не по одному месяцу. Есть и по 3 года, которые ходят, и по 4 года. Бесплатно? Бесплатно.
Отлично. Ну а для чего же вы пригласили телевидение-то сегодня? Ну, мы хотим рассказать про акцию, потому что у нас такая акция бывает один раз всего лишь в год, когда можно при покупке оборудования кровати, массажера, нога Best получить еще и подарки. Получается, подарки у нас идут на сумму 21 тысяча. Это замечательное оборудование «Второе сердце». И плюс идет накидка, турманевый жилет. Хорошо. А я знаю, что у вас есть такая штука, как кредит. Но причем кредит человеческий. Вот в Америке, допустим, сейчас кредиты беспроцентные. На покупку автомобилей там намного, на что там можно бесплатно практически купить. Ну, в рассрочку получается. У вас так? У нас 17 декабря включается такая акция, что при покупке любого оборудования вы сможете взять кредит без первоначального взноса, без переплаты и на 2 года. То есть это получается совсем смешно, потому что ну, для меня сумма в 90 тысяч рублей, она и так-то не критична. То есть для пенсионера, пожалуйста. Да, получается, если вы на 2 года будете брать оборудование, кровати, массажер, да, нога Best, получается, без первого взноса и без переплаты у вас по 4033 рубля будет ежемесячный платеж. И вам надо научиться покупать дорогие вещи. Дело в том, что все массажеры электрические, они стоят достаточно неплохих денег. Другой вопрос, как быстро они окупятся. Есть, конечно, и кресло, но вот кровать с функцией массажа, с кучей других функций, которые действительно помогают, это только Nuga Best. Поэтому сумму, эквивалентную покупке большого телевизора или сумму, на которую вы вообще ничего не купите, лучше всего потратить с пользой для своего собственного здоровья.